В течение часа всего ППС занимались проверкой документов переоформления автомобилей. Пожалуйста. И выявили очень странные документы на переоформление государственной техники на ваше имя. Военные БТРы. Как вы можете это объяснить? У меня БТРы. На ваше имя пытались переоформить государственное имущество. В смысле пытались? В прямом смысле. И на ваше имя подали. И как получилось? Мы затормозили этот процесс. В смысле? На каком основании? На таком основании, что государственную технику переоформляют на частное лицо. Не, я прекрасно вас услышал. А, я понял, а я какое отношение к этой технике имею? На ваше имя оно оформляется. Так я ничего не покупал, как можете посмотреть, мои гаражи у меня нету. Ну тогда почему в документах указано ваше имя и фамилия? Сосать нахуй! Блядь, сам себя убил, долбоёб. Здорово! Здорово! Что случилось, ребят? Да нас положили, блядь, волки подсонные. Подохли нахуй. Ты как тут где-то оказался? А нет, я его убил! Блядь, я убил! Блядь, вы лучше ебал! Я его уработал, он здесь тоже! Дубинку в очко засунул. Я его хлопну, пацаны! Вот он нахуй! Оперативно мы работаем, да? Какие-то вопросы? Остались какие-то вопросы?